Так, друзья. Так, сегодня по всем российским СМИ говорят о Дальний Восток по гектару на это самое сейчас. Если нет. Ну ладно, друзья, я пытаюсь тут еще воевать параллельно с перископом. Вот, и так, поверил в проект, послушаю. Слабо нет. Да, тут вопрос не запускается. Ну что, друзья, вы посмотрели ролики сейчас, которые идут с производства. Вот, я, к сожалению, ну, я их видел, все, к сожалению, я сегодня не посмотрел. У меня что-то странное происходит и с компьютером, и с техникой. Вот, вчера слетел Skype, пришлось перебить, потом операционная система, там вроде вирусов нету. Но каждая техника, друзья, рано или поздно дает сбой, это закон вообще, к сожалению, техники, и никуда от этого не уйти, ничто с этим не сделать. То есть это всегда любой конструктор, особенно генеральный конструктор, когда делает систему, всегда есть вероятность сбоя, и, соответственно, это всегда просчитывается вероятность защиты. Вот. И это тоже очень много идет вопросов по безопасности, по защищенности именно Skyway. Вот. И здесь тоже Юницкий не раз отвечал на эти вопросы, что по системе безопасности Skyway, конечно, просто на порядки превосходит все известные существующие системы. И это идет по очень многим факторам. И основной фактор – это именно те инженерные решения, сама инженерия, заложенная в основу концепции технологии Skyway. И вот как вы смотрели, подвижной состав, где 4 ведущих колеса, у каждого будет юнибайка, юнибуса, а их будет и больше. Так, шум какой-то. Так, давайте еще раз. Как слышно, как видно, друзья, еще раз. Нет звука. Нет, тут пишут вроде нормально. Здесь все. Но, друзья, тут смотрите, у меня тоже сбой идет постоянный, у меня ролики не грузятся, вылетает комната, то есть периодически происходит. Я сейчас очень основательно займусь своим компьютером, то есть я сейчас разбираюсь, проблема в комнате или в самом компьютере. Вот, но, соответственно, элемент техники здесь сейчас есть. Но появляется шум, какая-то наводка. Ну, друзья, тут да, смотрите, так как у большинства все-таки звук хороший, то, в принципе. Так, сейчас. Пытаемся еще раз запустить перископ, друзья. Прошу буквально секунду. Сейчас попробую, если пойдет, то уже оставим. Если не пойдет, ну тогда. Ну все, друзья, это сам. Потому что мы сейчас с Алексеем готовим к вводу новую систему именно для тиражирования, для распространения вот этих вот репортажи, будем перебираться на Facebook и, соответственно, ну и пока еще параллельно оставлять в перископе. Вот, потому что все-таки вот прошлую трансляцию, вот вебинар, который у нас проходил, он все-таки почти 2500 просмотров, и с точки зрения распространения информации, с точки зрения
Так, вы уже месяц говорите про мужицкий этот злой какой-то, но говорим про Facebook, готовим, и рано или поздно мы на него перейдем, потому что это тоже, друзья, требует подготовки не в один день. То есть планировали с 1 февраля запустить эту систему, но сейчас мы ее еще готовим, она очень серьезная, она будет увязана сразу и с Контактом, и с Перископом, и Инстаграмом, и Ютубом, то есть целая такая система информационного такого поля, вот, которую мы с Алексеем ведем именно в рамках Skyway Capital. И для того, чтобы как можно большему количеству людей донести информацию, для того, чтобы она была четкой. Поэтому перейдем. Долго ли зарегистрироваться? Ну, тут Александр, не, зарегистрироваться недолго, а вот настроить всю систему, чтобы она работала, это, да, это не одного дня и не одной минуты времени. То есть требует работы целой команды, вот, которая у нас сейчас активно эту работу ведет. Значит, друзья, давайте, с чего бы я хотел первое начать сегодня, это уже такой наш расширенный вебинар, где больше людей, где, потому что на 12 мы все-таки приглашаем людей именно и новичков, и тот, кто ведет работу с новичками, на этих людей направлена вот наша первая часть, 12 часов утром и 19 до 20 московского времени вечером. Как мы говорили, мы не ради удовольствия, это, как поверьте, это серьезная работа, когда каждую неделю в одно и то же время два раза в день по 4 часа проводить вот такие встречи. Вот, соответственно, цель, которую мы преследуем, это отладить систему подачи информации, чтобы была обратная связь, именно отточить ту информацию, которая наиболее воспринимается. Ну и еще для себя, друзья, это очень серьезный опыт, это очень серьезная тренировка. Вот, именно по мере того, как работать уже с партнерами, с инвесторами, с бизнесменами. Потому что одно дело, когда вы делаете разовые презентации, другое дело, когда это стоит в системе. И здесь я вот на Алексее могу сказать, что уровень его просто даже подачи информации и уровень его именно как профессионала Skyway, который доводит информацию, за этот год вырос ну просто неимоверными такими до неимоверных высот, и его и слушать уже интересно, и нас очень серьезно, то есть убедительно подача информации, ну и опыт. Были дни, когда Алексей вел по 8 вебинаров в день, друзья. Это, поверьте, это очень тяжело. Поэтому, когда мне говорят, когда я слышу, что я убеждаю, или я кому-то говорю, а мне кто-то не верит про Skyway, мне кто-то не верит, так сказать, это друзья, это могу сказать, это опыт. Я про себя могу сказать, что сейчас очень мало людей, которых лично я при встрече не мог бы убедить и аргументами доказать о том, что то, чем мы занимаемся, очень серьезно, то, что это все очень серьезная научная разработка и технология, и сегодня на любом уровне, будь это от академика или бизнесмена, который крайне скептически относится к тому, что мы делаем в Skyway. Поэтому в любом случае, если он даже не становится инвестором, в любом случае они отвечают, что да, это интересно, в этом что-то есть. И здесь, друзья, я могу с вами и заключать пари, и проводить эксперименты, что при любом бизнесмене или чиновнике, который будет хотя бы 15 минут в общении со мной и с Алексеем, он скажет, что Skyway это очень серьезно. Это, друзья, как раз тоже отчасти результат вот того опыта, той наработки, которую мы сегодня делаем. Но то, что мы еще и активно научную часть, которую дает именно как основными посылами Юницкий. То есть сегодня вот мы с Алексеем начали уже эту работу, и мы будем дальше вам показывать, что за то, чем мы с вами занимаемся, это огромная научная работа, это мощнейшая научная инженерная школа, и ее даже можно ставить, ну мы для себя ставили, это инженерная школа, ну допустим, Игоря Сикорского, или Туполева, или Сухого. Но это все-таки конструктора, которые работают уже в конкретном направлении, которые создают образцы, уже изделий, образцы авиации. Там, или такие как Боинг, или такие как Мерседес. А то, что мы с вами делаем, друзья, это более широкий пласт. Это создали целого направления, целой отрасли. И она в себя включает
и путевую структуру, и подвижной состав, и управление, и виды использования абсолютно разные, грузовые, и пассажирские, и скоростные, и гиперскоростные. То есть сегодня мы уже говорим о скоростях 1250 км в час, когда уже подойдем со временем к уже новой путевой структуре с использованием фаровакуума. Это не ближайших даже лет планы. Вот, соответственно, это и программа, которая идет еще дальше. Это уже седьмой технологический уклад, это уже планетарная космическая система, которая позволяет решать экологические проблемы всего человечества. И тут вот, Алексей, я тебе сбрасывал в Skype вот интервью, которое сейчас активно обсуждается. Это интервью Путина, который показывает основные приоритеты развития России именно с экологической точки зрения. И то есть это то, что мы постоянно слышим от основ инженерной школы, то, что заложено вообще в концепт инженерной школы Юницким, о том, что основная – это экология. Это то, что сегодня стоит на повестке дня номер один. И вот Путин в своем интервью говорит, что к 2050 году человечество может убить среду обитания, которую нельзя будет восстановить. Юницкий постоянно произносит 2-3 поколения. И сегодня вот при разговоре, буквально вот на днях, он говорит, что имеет в виду, что с тех пор, как это начали говорить, одно поколение уже прошло. То есть среднее поколение это считается 20 лет, то есть когда смена поколений. Поэтому в принципе осталось только два поколения, то есть в пределах 30-40 лет, когда может быть пройдена точка невозврата, и с экологической точки зрения Земля уже будет разрушена. То есть дальше будет умирание. Если эко-цивилизация, если сегодня техногенная развитие, которое сегодня приняла цивилизация, не поменяет свои приоритеты. И поэтому у нас называется экотехнопарк, экотехнологии, экофестиваль, потому что то эко – это будущее, без экологии будущего быть не может. И вы вспомните, что год назад мы начали произносить такие фразы, что мы будем снижать потребление углеводородов, и юнибайки уже доходят у нас там до 200-300 грамм на 100 километров. Также примерно там 100-200 грамм это при скоростном движении на 100 километров на пассажира. Вот. А с прошлого года, когда уже реально стала активно развиваться концепция альтернативной энергетики, а она заложена вообще в суть технологии Юницким еще десятки лет назад, потому что первое, друзья, что я от него услышал, когда он начал говорить, что трасса Санкт-Петербург-Владивосток, которая будет продлена в Лондон и в Нью-Йорк, по сути дела это огромный на десятки тысяч километров парус, который будет вырабатывать электроэнергии с избытком, который надо для перемещения миллиардов пассажиров и миллиардов тонн груза. То есть эта технология, она еще и самодостаточна по электроэнергии. Более того, она вырабатывает избыток именно конструктивно вмонтированными туда генераторами, которые будут еще и запитывать потребители, которые находятся не на самой трассе. Поэтому это новое. И здесь мы как раз идем в унисон с такими, ну, уже признанными лидерами, или, скажем, признанными авторитетами в мире футурологии, в мире именно прикладной футурологии, которая не только описывает будущее, но и создают. Это и Курцвелл, это вице-президент Гугла, это и Илон Маск, который активно сегодня работает в создании таких новых инновационных технологий. Илон Маск в середине прошлого года продекларировал новый проект, который называется Powerwall, то есть энергия в стене, когда накопитель, который находится в доме, может заряжаться от возобновляемых источников, то есть от энергии ветра и солнца. Такая же параллельная программа есть и в Skyway, соответственно, точно так же все линейные города, все станции, все Skyway, они будут запитываться независимой источниками электроэнергии, которые не нуждаются в углеводородном топливе. Более того, при инженерном развитии уже этой концепции, Юницкий в прошлом году, когда мы были на московской выставке, он выдал вообще такой очень интересный концепт, очень интересную цифру о том, что Skyway будет вырабатывать электроэнергии в 5 раз больше необходимой для перемещения товаров и грузов. То есть остальное это будет работать как электростанция, которая будет запитывать потребителей. Таким образом, мы сейчас можем четко утверждать, что тот концепт, который дает Skyway, и тот концепт, который продвигает сейчас Илон Маск, это 60% всей мировой энергетики. Это все, что сегодня фактически потребляет и производит и потребляет нефть.
То есть по мере развития Skyway нефти для того, чтобы перемещаться и отапливать жилье, не будет необходимости сжигать. Точно так же, как и угля, и газа, и всего остального. Энергетика перейдет в новое свое качество, и это то, о чем в свое время еще говорил Дмитрий Иванович Менделеев, о том, что сжигать нефть в топках, ну тогда он про автомобили еще не говорил, это просто варварство, это все равно, что копить, топить печки ассигнациями, потому что это крайне дорого и неэффективно. Сегодня мы технологически подошли к тому, что нефть должна использоваться по своему назначению, это для нефтехимии, то есть для синтеза полимерных материалов, которые сегодня человечество потребляет все больше и больше, и без которого жизнь сегодня мы уже не представляем. Поэтому нефть, если говорить в долгосрочной перспективе, то есть примерно 10 лет, она будет резко дорожать в десятки раз, друзья, еще раз. Но при этом будет в десятки раз снижаться ее добыча. То есть миллиардов тонн сегодня, около там 5 миллиардов тонн, которые сегодня производят и потребляют, и гадят свою экологию, уже в ближайшее время не надо. И это как раз закладывает основа технологии Skyway. Это первый, как раз помимо того, что мы сегодня решаем задачи именно увода пробок из городов, то есть чтобы все города были пешеходные, безопасные, сегодня... Друзья, если говорить такими крупными цифрами, здесь я сошлюсь уже на несколько очень авторитетных источников, а потом все это добавлю, ну скажем так, завершу именно утверждениями нашей научной школы, которую мы развиваем и которой, последователями которой мы являемся, главой и создателем этой научной школы, как я уже говорил, является инженер Юницкий. Так вот, друзья, по Международной ассоциации здравоохранения, это вот последние данные, которые прошли за 2016 год, они сейчас вот обновили этот доклад, более 1 600 000 человек погибло на дорогах на Земле. Вдумайтесь в эту цифру. 1 600 000 человек, и более 15 миллионов человек стали инвалидами. То есть сегодня реально идет война между человеком и машиной. И машина убивает миллионы людей на Земле. Технология Skyway в принципе решает этот вопрос, и система перемещения транспорта становится 100% безопасной. То есть при уходе на второй уровень теми электромашинами, которые сегодня создает Skyway, соответственно, этот вопрос будет решаться. Вторая очень важная задача, которая стоит сегодня вообще реально перед человечеством, это проблема экологии, потепления климата, выброса СО и, соответственно, экологии жизни, экологии воды, экология воздуха, экология продуктов питания. И мы сегодня как раз подошли к той черте, когда уже 90% населения Земли пьет некачественную воду, ест некачественные продукты и дышит отравленным воздухом. Так вот, задача сегодня Skyway – это убрать эту составляющую из транспорта, и как только мы объединяемся уже и развиваем логику линейных городов, в линейных городах еще и бытовая энергетика, еще и именно проживание также будет независимым от углеводородного топлива. А это, друзья, 60% всего потребляемого топлива на Земле, то есть автомобили и бытовая энергетика – это 60% потребляемых сегодня углеводородов. Оставшееся потребление – это нефтехимия, то есть которая требует энергии, и, соответственно, металлургия, которая при плавке также сегодня требует большое количество энергии. То есть 40% мы сегодня пока, друзья, с помощью Skyway и альтернативных технологий сегодня решить не можем. Так вот, в своем докладе, который Алексей скинул вам ссылки, Путин, когда делает доклад о перспективах развития, он приводит еще одну, друзья, цифру. Здесь я ссылаюсь на экспертов, которые готовят Путину этот доклад. Это не голословное утверждение. Я абсолютно уверен, что президенту России готовят высочайшего класса эксперты, соответственно, доклады и информация, которая там есть, она как минимум, точнее, так сказать, она абсолютно вызывает доверие. Так вот, цифру, которую произнес Путин, 8 миллионов человек в год сегодня погибает от вредной экологии. То есть это то, что экология разрушает. И до 15% ВВП уходит сегодня на то, чтобы компенсировать и человеческие смерти, и потерю работоспособности, и, соответственно, потерю здоровья от вреда экологии. Поэтому, друзья, сегодня то, чем мы сегодня и занимаемся, и мы с вами продвигаем, это не просто крайне важно, это жизненно необходимо. И сегодня, когда
демонстрация уже первого подвижного состава позволяет, соответственно, говорить о том, что пробки абсолютно уйдут из городов, и мы можем сделать программу, где в течение 10 лет все мегаполисы всех стран мира будут освобождены от пробок, а, соответственно, люди будут перемещаться быстро, экологично, безопасно. Второй вопрос. Мы можем сегодня не на проценты, а в разы снизить сегодня потребление электроэнергии, которая идет из углеводородного топлива. Соответственно, тем самым изменить сегодня баланс с точки зрения добычи и потребления нефти и все экологические, соответственно, последствия. То есть мы уберем миллиарды тонн вредных веществ, которые сегодня выкидываются в атмосферу и которые потом приходят к нам в виде ядохимикатов, которые мы получаем с водой, с воздухом и с продуктами питания. Следующее утверждение, которое мы сегодня делаем крайне важным, и это основано именно на инженерных разработках и научной школы, которая сегодня продвигает эту, соответственно, и идеологию, и технологию, и теперь уже концепцию, это то, что, соответственно, 60% потребляемой и используемой энергии может быть возобновляемой. И на сегодняшний момент концепция перемещения, которую мы именно ввели с развитием SkyWay, то есть я в прошлый вебинар говорил, сейчас еще раз повторюсь, чтобы четко это у вас понималось и представлялось, что сегодня с точки зрения развития научной теории и концепции развития транспорта все обсуждают и работают над созданием так называемой технологии поколений 4.0. Ну, 1.0 это когда пешком ходили, потом 2.0. Лошадь, 3.0 двигатель внутреннего сгорания, это сегодняшняя авиация, все, что потребляет топливо. 4.0 это сделать интеллектуальные машины, которые обезопасят движение и снизят давление на экологию. Так вот, друзья, я сейчас сразу могу сказать, что тот юнибайк и те юнибусы, которые демонстрируют, то есть они решают все эти задачи, мы уходим на второй уровень, у нас абсолютно безопасное движение, у нас экологичность, которая просто сегодня несоизмерима с тем, что сегодня представляет традиционный транспорт, мы вводим следующее понятие, и точнее мы сразу переходим на следующий уровень, это 4+. То есть мы даем сегодня следующее поколение, но это все-таки еще в логике концепции сегодняшнего транспорта. Это эстакада второго уровня. Они сегодня существуют, просто SkyWay существенно ее дорабатывает, и струнные технологии Юницкого, они радикально меняют концептуальный подход и к строительству, соответственно, дешевизне. И экология, которая следует за этим, она как реакция на то, что мы сегодня с вами делаем. Поэтому 4+, это то, что мы сегодня создаем, делаем, и это то, что уже является передовым таким отрядом, то, что сегодня идет в сфере транспорта. Но более того, мы вводим такое понятие, и Юницкий изначально ввел именно с точки зрения инженерии понятие мгновенного перемещения, то есть 5.0, это никакая не телепортация, это все чушь полное, так сказать, там разложить, собрать это, друзья, для сказочников. Мы занимаемся абсолютно понятными, прикладными вещами с инженерной точки зрения. Концепция мгновенного перемещения – это концепция совмещения нескольких повседневных функций, пока вы перемещаетесь. Один из этих концептов мы показали, что это Sky Fitness, и Адриан Кармоци показал, являясь советником генерального конструктора, работая именно над созданием сети тренажеров, которые будут стоять в индивидуальных юнибайках и юнибусах, когда вы можете, занимаясь спортом, вырабатываемую энергию использовать для движения. И уже в юнибайке двигаться со скоростью 60 км в час только при помощи нас энергии, которую вы сами вырабатываете. Здесь тоже есть, друзья, очень интересная цифра о том, что когда будет миллиард человек перемещаться на энергии, которую вырабатывают, для того, чтобы электростанции выработали такое же количество энергии, надо будет построить 47 атомных АЭС. То есть представляете, насколько мы с вами становимся мощнейшими генераторами энергии, на которой движемся, а это, друзья, фитнес, а это, друзья, здоровье. Потому что сегодня
основной бич человека, помимо экологии, это минимум движения. То есть сегодня человек не получает необходимую нагрузку, физическую нагрузку, нарушение метаболизма, нарушение обмена веществ, нарушение здоровья. Это все, друзья, последствия именно неактивного образа жизни. Так вот, то, что мы сегодня создаем, что перемещаясь, вы можете вырабатывать энергию, на которой двигаться, и таким образом дышать чистым воздухом, питаться продуктами чистыми, пить чистую талую питьевую байкальскую воду, замороженную естественным, соответственно, естественным. О, отличная картинка. Вот это, Алексей, лучше не придумаешь. Вот, соответственно, еще и заниматься спортом. И это, друзья, оздоровление нации. И то, что мы сегодня создаем, это как раз решение на все вопросы, которые Путин ставит вопрос. Просто они об этом, наверное, еще пока не знают. И еще параллельно можно сказать, что это еще очень высокодоходный бизнес, который может увеличить и ВВП России, и евразийского пространства в 10 раз за ближайшие 15 лет. Так вот, друзья, это я коротко сейчас пробежался еще раз по основным вехам, которые мы сегодня с вами делаем и создаем. И прежде чем передать слово Алексею, хотел бы еще раз акцентироваться на Инотрансе, на который Skyway заявился уже на 2018 год. И здесь, друзья, я не буду никаким оракулом, пророком или Кассандрой для того, чтобы сказать, что основным гвоздем и основным фурором Инотранса 2018 года будет Skyway. Потому что к тому времени будут уже и показаны, продемонстрированы основные уже элементы, и основные уже направления Skyway уже будут вовсю идти скоростные испытания, и будет уже десятки и десятки адресных проектов по всему миру. Поэтому Инотранс 2018 года мы сразу заявляем, что это будет уже не мировая презентация, а мировой триумф технологии Skyway. Заявку подали, она уже принята, сейчас обсуждается уже объем и размер стенда, который там будет представлять Skyway. Я вам могу сказать, что он будет очень значительно отличаться от этого года, он будет значительно больше, крупнее, и количество машин продемонстрированных там будет совсем другое. Ну и, соответственно, отношение и на трансу будет, именно Skyway-овскому тоже будет совсем другое. Поэтому это, друзья, то, что мы уже намечаем планы даже уже не на полгода, а на более чем год вперед. И как к прошлому Инотрансу была поставлена задача, и именно конструкторский коллектив, инженерный коллектив, все мы с вами выполнили эту задачу и выступили на Инотрансе очень достойно. Вот. Для развивающейся и начинающей компании. Вот. Соответственно, в 2018 году пройдет, друзья, чуть больше года, и вы все сами увидите, как Skyway выступит на вот этой вот очень авторитетном мировом форуме. Так, ну давайте тогда, друзья, я передаю слово Алексею. Про гектар на Дальнем Востоке я скажу в заключающей своей части, то есть это тоже, друзья, концепт, который активно развивается, вот, и, соответственно, мы с вами тоже еще будем с вами свидетелями, просто предвосхищаю, могу сказать, что вся эта программа, изначально, как мы это говорили еще 2 года назад, и все, что они задумали без Skyway, это утопия. Это просто, друзья, утопия. И чем быстрее они это поймут, тем быстрее начнет развиваться Дальний Восток, и чем быстрее пойдет развитие именно вот этого проекта «Гектар на Дальнем Востоке». Ну все, я передаю слово Алексею. Он, как всегда, дает очень интересный взгляд на вещи, которые сегодня происходят. Благодарю, Сергей Анатольевич. Здравствуйте, дорогие друзья. Еще раз, кто присутствовал на вводном вебинаре, кто подошел, может быть, мы видим, что количество увеличилось, и это абсолютно нормально. Многие новички также приходят на уже расширенный технико-экономический вебинар. И мы всегда рады видеть пополнение, так скажем. Ну а я, дорогие друзья, продолжу экскурс. Честно признаюсь, вот и в том году, и в этом году я больше сосредоточен на развитии инвестпроводящей системы и тех проекты, которые внутри сети рождаются и которые мы консультируем с Сергеем Анатольевичем, об одном я расскажу сегодня, потому что дошел до той стадии, что есть о чем рассказывать, и продвижение есть. И это опять же доказывает тот ключевой аспект и тот ключевой слоган, который мы не просто так говорим на вебинарах, что любой может стать каждым в Skyway. Это действительно так.
И более того, вот сейчас мы с Сергеем Анатольевичем готовим первый бесплатный мастер-класс, и вживую он будет проходить, решаем с датой, и будет проходить онлайн. То есть, естественно, мы наших сподвижников и коллег пригласим, кто желает поприсутствовать. Мы будем давать там в совершенно другом ключе информацию. То есть это, ну, честно признаемся, инструмент захвата аудитории, и мы испытываем надежду, вот Сергей Анатольевич упоминал про систему, что будем очень многим людям рассказывать о проекте Skyway. Ну и это в данном случае наш личный Сергей Анатольевичем небольшой так бизнес Skyway, то есть мы, естественно, будем таким образом развивать структуру. Ну и если кто-то будет приглашать, естественно, своих людей, то всегда рады. Мы обязательно сообщим, когда это будет. Ну а я продолжу экскурс по другим странам. Да, всем нам хочется, конечно же, чтобы Skyway появился в первую очередь на территории России, так как русские начали. Я не могу сказать, что сейчас время есть, и никто не знает, время есть или нет, потому что в декабре вы видели, вот это вот первенство начала Австралия, и потом буквально вырвало из рук и вырвалось вперед в этом марафоне адресных проектов уже Индия. И какая страна еще появится? Может быть, это арабы. Как вы знаете, что у арабских стран достаточно серьезные капиталовложения, сбережения, и любят они инвестировать. Возможно, они вырвутся вперед. Никто этого не знает, дорогие друзья. Этого не знает даже головная компания и все представители, все топ-менеджеры, которые там работают. Но за этим интересно не просто наблюдать, а формировать эти процессы и как-то способствовать развитию этих процессов. То есть, если не говорить про арабские страны, то непосредственно вот мы с Сергеем Анатольевичем тоже имеем отношение к тому визиту, который близится, и когда он произойдет, мы о нем расскажем. Так вот, в 2016 году я для себя решил, что Россия в плане развития инвестпроводящей системы по результатам, наверное, делает передышку и стоит сосредоточиться на Европу. То есть на тот момент ни Сергей Анатольевич, ни другие коллеги особо не слышали, что будут развиваться новые рынки, именно европейские. Но 2016 год показал, что именно Европа давала максимальный приток и до сих пор дает. В 2017 году, я думаю, что начнет развиваться Азия, начнут развиваться страны Латинской Америки. И, соответственно, мы начнем действительно шагать. Одновременно, дорогие друзья, с развитием инвестпроводящей системы, так или иначе, на данном этапе, ну, никак этого не избежать. И это замечательно, это счастье. Рождаются и адресные проекты, причем рождаются из сети. Естественно, доводя их до определенного этапа, мы их передаем в головную компанию. Но сеть действительно может инициировать, и мы готовы консультировать, готовы помогать. Чуть позже я обязательно сброшу наши контакты с Сергеем Анатольевичем. Если говорить про мировые экономики, то есть вот в прошлом вебинаре, посмотрите, нашу среду я делал упор на Нигерию. То есть это огромный потенциал вообще у страны стать прорывной экономикой именно при внедрении технологии Skyway. Сегодня я хотел бы остановиться на Африке. То есть вы помните все интервью Анатолия Эдуардовича Юницкого с Михаилом Кириченко, когда Кириченко пошутил про алмазы, и, соответственно, Анатолий Эдуардович сказал, что почему бы, хорошая идея, замечательная идея перевозить нашим транспортом алмазы и золото и серебро и так далее. Так вот, одна из стран Африки является таковой Конго. То есть Конго это вообще такая страна, дорогие друзья, что в принципе вот и мне тут вспоминаются слова Рода Хука, любое семя, которое вы заложите в Республике Конго, оно прорастет. И огромнейший потенциал имеется, и инвестиции могут быть привлечены колоссальные, и взлетит экономика этой страны.
Но есть огромная проблема это отсутствие дорог. То есть непосредственно даже индийские миллиардеры приезжали, которые запускали телекоммуникационные компании, и в Африке вообще вот запущена оптоволоконная сеть. На вводном вебинаре я на этом останавливался. Но что касается транспортной инфраструктуры, вот на тот момент президенту Кабиле сказали такую вещь, что пока у вас не появится нормальных дорог, никто вас инвестировать не будет, несмотря на ваши все природные ресурсы. Природные богатства Конго, ну это, наверное, может позавидовать Арабские Эмираты. То есть это бриллианты, это золото, это суперплодородная земля. Даже вот нашу технологию Sky Soil там не нужно применять, и, соответственно, мы просто не будем нарушать этот экофон, развивая технологию Skyway. Ну и кто знает, возможно, и большим адресным проектом по технологии Skyway станет в том числе и Конго. Это, естественно, покажет время, но перспективы и вообще вот как бы аспекты для развития технологии в Конго, они абсолютно имеются. Про Нигерию я рассказывал на прошлом вебинаре, и сейчас где-то с тремя людьми из Нигерии, причем вышли они на меня через Инстаграм, тоже достаточно мощный ресурс. Мы чуть позже в этом году подробно остановимся, научим и сформируем такое вот информационное поле в Инстаграм. Обязательно это сделаем, потому что многие компании, да и те же Hyperloop, также в этой системе развиваются. И еще по Африке я хотел бы привести такой пример, дорогие друзья. На примере столицы Кот-д'Ивуара, Абиджана, до столицы Мали, соответственно, это Бамака. Дорога протяженностью, внимание, всего чуть больше 1000 километров. Вот представьте, чуть больше 1000 километров. Как вы думаете, сколько она по времени занимает вообще вот, чтобы перевести грузы, чтобы перевести товар? Естественно, там плачевное состояние дорог, но на крайнем севере, в России, в той же Индии, нигде не наблюдается такого плачевного состояния дорог. 500 часов. 500 часов оценивается. И современные корпорации, естественно, африканцы, они пользуются этим жутким состоянием дорог, ну, собственно, как и у нас в Челябинске, пользуются, не убирают снег, кто в Челябинске живет, с дорог и многочисленные аварии. Но это такая сама индустрия такая, то есть не мы такая, а дороги такие, так скажем, потому что один из разделов первоначальных нашей совместной научной статьи, автором которой в первую очередь является Анатолий Эдуардович с Евгением Петровым, и там такой есть раздел «Эх, дороги». Так вот, действительно, проблема дороги, от этого складываются и социальные проблемы, и преступность, и затормаживание экономики, и так далее, и бюрократия. И вот если про этот отрезок пути говорить, то стоимость грузоперевозок современными теми компаниями взлетела за тонну до $250. То есть это достаточно серьезные деньги за грузоперевозки именно для территории Африки. И никакие вообще вот решения на сегодняшний день не могут способствовать развитию дорог на территории Африки, потому что, естественно, должны комплексно решаться задачи. То есть комплексно это я имею в виду сразу и энергетика, сразу и транспорт, сразу и телекоммуникации. То есть это все, что включено в нашу путевую структуру, которую вы видите, соответственно, у себя на экране. Замечательная картинка, и это визуализация, которая, я думаю, уже в 2018 году мы увидим на применении в адресных проектах конкретную такую картинку. Ну и искренне будем все надеяться, что это произойдет уже и в России. Если говорить про Россию, непосредственно про регион, который я прорабатываю и мои коллеги, то Челябинская делегация планируется в конце марта, как и говорили. То есть, когда приедут, когда пройдет это событие, обязательно всем расскажем.
Еще одна страна интересная, это уже страны Латинской Америки, то есть Бразилия. Бразилия на сегодняшний день переживает очень серьезный кризис, и он произошел из-за того, что вливались серьезные как бы инвестиции, дешевые деньги, поток, просто гигантский поток шел в Бразилию, и направлялись инвестиции везде, кроме дорог. И если говорить про состояние грузоперевозок Бразилии, то я могу привести такой пример, дорогие друзья, как именно перевозка грузов по стране, и фактически это даже превращается в фарс, то есть из-за недостатка складских помещений, из-за неэффективности дорог и автопогрузчиков, водители грузовиков, доставляющих в Сахар морской порт и другие в морской порт, естественно, Сан-Паулу, то есть один из крупнейших городов Бразилии, они регулярно простаивают у ворот по 2-3 дня. Ну и сразу возникает мысль, что в июне мы продемонстрируем погрузочно-разгрузочный комплекс, то есть грузовую систему Skyway, возможно, самого комплекса не будет, то есть это зависит от потока инвестиций, потому что 25-30 миллионов примерно этот комплекс стоит по предварительным расчетам, но саму грузовую систему мы продемонстрируем. И руководители крупных также корпораций говорили, что вообще вот в Бразилии дороги настолько плохие, что товары, доставляемые грузовиками, они вываливаются, большая их часть. И, соответственно, бразильцы их подбирают и начинают продавать на рынках. То есть это, с одной стороны, начинает производить вливание в внутренние обороты, внутренний спрос экономики Бразилии, но с другой стороны товары и грузы просто не доходят до точки назначения. Но если говорить про городское перемещение, то опять же крупнейшие корпорации сейчас в Бразилии пользуются элементарно сетью посадочных вертолетных площадок на крышах зданий. То есть таким образом они прилетают на встречи в различные города. И на самом деле вот эта ситуация ожидает и всю Европу, потому что в Братиславе мы рассматривали проекты непосредственно, вот когда в Словакии были, что ожидается как минимум 30 тысяч пассажиропоток в самое ближайшее время, в ближайшие месяцы, а также и 50 и 100 тысяч. То есть на сегодняшний день 10-15 тысяч – это уже серьезный пассажиропоток в Братиславе, и современные трамваи, они просто не справляются абсолютно. И в подобные проекты мы сейчас можем войти, потому что есть конкретные люди, конкретные компании, конкретные лоббирующие системы, которые нас поддерживают. И, дорогие друзья, вот почему я привел пример Бразилии, потому что это ожидает не только страны, где плохие дороги, но и страны, где дороги хорошие, но количество машин удваивается и удесятеряется с каждым годом. Ну и если говорить про историю адресных проектов, то я хотел бы остановиться на истории, которая началась в конце октября. То есть есть такой замечательный тактивный и боевой парень, как Александр с Молдовы. Он мне написал, то есть это было начало переписки. Много таких переписок возникает и отпадает, потому что люди понимают, насколько мощная ответственность за даже инициацию адресных проектов, потому что в будущем придется общаться с мэрами и так далее и тому подобное. И вот, собственно, на прошлой неделе уже прошла встреча непосредственно в мэрии. Вот вы видите того Александра, то есть молодой парень. И это история, которая уже повторяет пройденные этапы, пройденные пути с Сашей Мосиным, Романом Смигановским, то есть по Пуэрто-Рико, который двигает проект, обязательно дойдет до победного. И многие другие проекты, которые внутри, Аркадий Бирюков, по Магнитогорску тоже начинает, насколько мне известно, двигаться. Естественно,
Красноярску и многие-многие другие проекты, также и дальние зарубежья, также и Прибалтика. Просто до поры до времени мы об этих проектах даже не упоминаем, потому что либо информация закрытая, либо пока нечего упоминать. Но уже люди заинтересовываются столбить за собой занятия этими адресными проектами, потому что вполне возможно, что в будущем они будут входить уже в состав топ-менеджмента того или иного адресного проекта, если пройдут этот путь до конца, точнее, когда пройдут этот путь до конца. То есть самое главное в адресных проектах, если непосредственно говорить про Молдову, естественно, это привлечь инвестиции. То есть вот на фото вы видите уже Александр, директор управления автотранспорта города Кишинев и вице-мэр. И была вообще-то встреча с мэром, и на тот момент я и Сергей Анатольевич были заняты, то есть мы чисто физически не могли вырваться, и Александр со своими коллегами провел один встречу, ну, естественно, подготовленный уже, то есть много достаточно разговоров, много информации было сброшено мною, и те, кто готовы, дорогие друзья, те, кто действительно имеет в себе силы, те, кто имеет контакты, не просто бла-бла-бла, мы всегда готовы. Мы всегда готовы помочь, потому что мы делаем действительно единое дело, и вот как бы Александр доказал еще раз. Вот, кстати, мэр на заднем плане на картинке, ну, будем считать, что он также присутствует на данной фотографии. И сегодня, если не ошибаюсь, уже серьезная встреча сегодня, либо на этой неделе, уже с представителями СМИ Молдовы. И что-то мне подсказывает, инвестиции найдутся, несмотря на то, что мы общались с одним из партнеров, который как раз-таки по Африке может двинуть очень серьезную тему. Могу сказать, переговоры длятся 5 месяцев. То есть это у Сергея Анатольевича, и также я в этом принимаю участие. Мы вообще более года уже ведем переговоры, если не ошибаюсь, Сергей Анатольевич, вот с потенциальным крупным стратегическим инвестором. Но это долгосрочная сделка, дорогие друзья, это долгосрочные отношения. И такие люди входят далеко не просто так, но они войдут. И этот час близок, дорогие друзья, это июнь, когда произойдет сертификация первичная, когда уже будут полностью закончены сами элементы и путевой структуры, будет скорость достигнута 150 км/ч. И, если что, я могу сказать, что прошли испытания Hyperloop, и достаточно как бы сомнительное вообще это событие, то есть это наверняка такой вот привлекаемый бюджет спонсоров и детище, игрушка Маска, и соответственно, и я могу сказать, что это то, что на сегодняшний день не представляет никакого положительного эффекта. И если говорить про игрушки Юницкого, то есть оговорка тут не по Фрейду сказана, то далеко это не игрушки, это серьезные механизмы, это не просто привлечение каких-то, допустим, университетов, каких-то групп разработчиков, это создание корпорации на базе именно всей технологии Skyway. Это создание производственной площадки. И в недавнем времени, соответственно, был расширен завод, и, соответственно, вот как вы видели из репортажа, будет ввезено новое оборудование, и мы не устраиваем какие-то пиар-фарсы со студентами, чтобы они изготовили Юнибус. Соответственно, Hyperloop, непосредственно вот компания Маска, я не говорю про Hyperloop, вообще вот вся компания по демонстрации этих подвижных составов, дизайн у них, конечно, космический, интересный, но будет ли он эффективен? То есть будет ли этот дизайн подходящим для той среды фарвакума? То есть что-то мне подсказывает, что тут не то, что недоработки, а это просто американское шоу, американская мечта. И вот на сегодняшний день Трамп решил эту американскую мечту, американское шоу прекратить,
потому что, ну, собственно, Америка уже просто погрязла во внешнем долге. Можно, конечно, печатать дальше денежные единицы, но все видят наступление биткоина и так далее. Трамп также займется и транспортной инфраструктурой. А вот будет транспортная инфраструктура Hyperloop, будет ли транспортная инфраструктура SkyTrain, если они оживут, или все-таки Skyway, это покажет ближайшее время, ну и, естественно, и на Trans 2018. Ну и я хотел бы, дорогие друзья, в завершении моего выступления сказать о том, что у нас открыта предрегистрация на экофестиваль. Обязательно зайдите на этот сайт, обязательно будьте в курсе всех событий и, соответственно, в числе первых узнаете дату, когда будет экофестиваль. Мы сами ее сейчас не знаем, ориентировочно это будет вторая половина июня, но какая дата, это сообщат уже потом, заранее. Но это будет грандиозный праздник, грандиозное, так скажем, для нас всех шоу. Мы сами себе сделаем шоу, потому что те, кто были на прошлых экофестивалях, помнят, насколько мощное и грандиозное это было событие. И я всем рекомендую уже сейчас начинать бронировать билеты, потому что, как вот мы методику разработали, раннее бронирование на пакет обязательств международной корпорации Skyway под рабочим названием опцион, про который рассказывали вам на прошлом вебинаре, так стоит и раннее бронирование осуществлять на поездку в экотехнопарк. Поэтому планируйте, это событие точно нельзя пропускать. Вот, собственно, такой вот экскурс, такие новости, такой взгляд на мировую экономику и дальнее зарубежье. Строй Skyway, спасай планету. Сергей Анатольевич, вам слово. Общался пока ну, в том числе и с троллями, поэтому, так сказать, это что-то я сегодня на них как-то грубо поговорил, и они все поразбежались. Вот, хотя сейчас должны опять появиться. Вот, поэтому, соответственно, очень интересная форма. То есть, вот, друзья, тоже, вот, видите, сейчас вот смотрю в прямом эфире 1172 человека, которые, ну, в той или иной прошли, засмотрели репортаж, и больше 100 в прямом эфире. То есть вот тем 202 человека, которые сейчас. Поэтому Перископ мы не перестаем включать, не перестаем, потому что после каждого вот такого репортажа, после каждого этого у меня десятки людей, которые пишут, добавляются в Skype, начинают задавать вопросы. Вот это, друзья, и есть как раз вот результат нашей работы. Вот то, что приходят, доносят информацию. Вот. Ну а наша задача, в общем-то, как всегда, и вот я уже несколько раз приводил пример. Вот 2 недели назад как раз проводили конференцию с Володей Масловым и НЭТО. Вот мы ехали со Словакии через Польшу, там тоже с партнерами приехали в Ригу. Вот, и быстро, буквально за 3 дня пошла информация, и собралась конференция больше 130 человек. Соответственно, это Литва, Латвия, Эстония, ну и там были часть людей из Санкт-Петербурга, то есть север. Вот. Очень интересно так пообщались с партнерами, обменялись последними как бы впечатлениями и информацией. И там были многие люди, которые были на первой моей конференции, которую я проводил в Риге, это летом 2014 года. И я просто задаю вопрос, вот, друзья, вот вы меня слушаете, видите, так сказать, вот ко мне. То есть вот согласитесь, что то, что я говорил на первой конференции и сегодня, это одно и то же. Добавилась только часть, что вот мы говорили, мы сделаем то, мы сделаем то, мы сделаем то, а теперь мы показываем слайды, вот мы сделали. А по сути, друзья, ни про Skyway, ни про технические характеристики, ни про именно инженерный концепт, который развивает сегодня научная школа Юницкого, ни про те решения, которые есть, ведь ничего не поменялось. И в этом, друзья, как раз и есть ценность прикладной футурологии, как мы сегодня с Алексеем активно, ну, продвигаем, делаем. Это, ну, если говорить своим языком, это более такая публицистическая и популярная вещь, как можно инженерные решения показать, как они повлияют на нашу жизнь в ближайшее время. И, то есть, вот я тоже приводил пример, я делал презентацию, рассказывал очень интересной такой девушке, 4-кратной олимпийской чемпионке по биатлону,
Настя Кузьмина как раз в Словакии были, она перед отъездом на чемпионат мира. И она мне рассказывает, ну что такое футурология? Я ей рассказываю там будущее, там юнибайки, рассказываю картинки, показываю все, а потом показываю первые испытания, и она такую вот прям по-детски так удивилась. Она говорит, ну я-то думала, что ты фантаст, что ты рассказываешь какие-то вещи несбыточные, что это далеко, что тебя интересно слушать именно как фантаста, а ты показываешь вещь, которая ездит. Это же какая фантастика, это не фантастика, это реальность. Я говорю, да, Настя, это вот сейчас то интересное время, когда для нас это уже реальность, это создается, мы уже все в адресных проектах, мы уже видим линейные города, мы уже видим юнибайки наши с юниками, которые внутри с суперкомпьютерами, там, которые обучают, лечат там, и все, что угодно, так сказать. То есть мы представляем, как будет развиваться все это пространство, как люди будут жить, соответственно, как будет расселение, трудоустройство. А для многих, которые об этом первый раз слышат, для них это фантастика. И вот этот разрыв, это также можно привести пример, как если бы мы с вами в начале 90-х обсуждали с вами Skype, Viber, WhatsApp, Facebook, GPS, и, соответственно, тот, кто не представляет об этом, соответственно, ну, речь, как он может понимать, что такое навигатор, что такое спутник, что такое трансляция, если человек даже не знает, что такое компьютер. А в начале 90-х годов, друзья, мы не знали, что такое компьютер. Мы знали, что такое персональное ЭВМ, что такое ES-1022, ИСТРА и так далее, и так далее. То есть те, кто понимает, что это за слова, те, кто понимает. А те, кто эти названия слышит впервые, ему невозможно объяснить, что это такое. Вот, соответственно, и сказать, что такое программирование на перфокартах, понимаете, так сказать. Что такое язык программирования, Фортран и Фортран 77. А мы в этом жили, друзья, это наше... Как бы, так вот, когда в 92-м году один очень интересный молодой человек мне рассказывал о облачном программировании, хранении данных, о миллиардах персональных переносных устройств, соединенных в единую сеть, вот, я на него смотрел и даже не мог понять, о чем он говорит. Вот. А этот молодой человек, зовут его Сергей Брин, сегодня это один из создателей, соответственно, Гугла. Так вот, я не мог в 92-м году, и поэтому, когда мне говорят, почему ты в 92-м году не вложился в Google, я просто не мог понять, что это такое. Я не мог понять, как можно компьютеру задавать вопросы, и он тебе отвечает. Потому что я с точки зрения программирования знал, что компьютер может ответить только то, что ты туда заложил. Вот то, что у него в памяти сидит, то он может сказать, а как можно объединить в сеть миллиарды компьютеров, и все это будет единой интеллектуальной средой, я даже предположить не мог. Точно так же, друзья, как 10 лет назад, там, ну, чуть-чуть меньше, мне предложили купить на 10 тысяч долларов биткоинов. И сказали, что это криптовалюта, что это перспектива и так далее, и так далее. Я даже слушать не стал. Потому что как я мог предположить, что кто-то пытается сделать эмиссионный центр, который будет конкурировать с ФРС Соединенных Штатов. Я сказал, ребята, вы дебилы. Какая может быть криптовалюта? Какая может быть конкуренция с ФРС? Друзья, 10 лет реальность показала, что это такое. Сегодня я уже не так категоричен во многих вещах, потому что сегодня, если бы я тогда купил на 10 тысяч долларов биткоинов, сегодня это стоило бы под 90, там, под 100 миллионов долларов. И это, друзья, что мне теперь, локти кусать? Я просто не знал, что это такое. Так вот, мы сегодня, друзья, рассказываем о Skyway, рассказываем о венчурном проекте и говорим, друзья, у вас есть такая возможность. Мы не гарантируем, мы не обещаем, потому что только Господь Бог располагает то, что завтра может произойти. Но мы создали систему, которая делает возможным сделать то, о чем мы говорим. Возможно реализация строительства, возможно реализация адресных проектов, возможно капитализация и возможен рост котировок тех обязательств, которые выдает сегодня Skyway. Это венчурный проект, высокорисковый и 100% высокорисковый. Что значит 100%? Это то, что вы вложили деньги, вы можете их 100% потерять и не вернуть, потому что факторы венчурности, риски, они сегодня остаются. Точка невозврата не пройдена. Сегодня мы как команда, которая работает именно на воплощение решения инженера Юницкого, мы пока доказали, и ни у кого не возникает вопросов, что технологии есть. Это сегодня даже у самых злостных троллей сегодня о том, что технологии есть. Что-то ездит, говорят, что медленно, плохо, на что мы говорим, увидите и быстрее, и хорошо, и все. Это вопрос времени, и этот шаг за шагом процесс идет, и это не вопрос не нескольких лет, а вопрос даже не нескольких месяцев, а считанные недели.
То есть там 1-2 месяца будут постоянно все демонстрировать. То есть технология показана, но, друзья, при этом остаются политические риски, остаются финансовые риски, остаются имиджевые риски, потому что завтра может произойти все что угодно. И говорить о том, что мы сняли все эти риски, нет. Но, друзья, шаг за шагом, как постепенно снимаются технологии, становится технология, точно так же создается юридическая защищенность, точно так же финансовая, то есть сегодня уже партнеры в разных странах, в разных континентах, сейчас уже проектируются даже опытные участки не в одной стране, чтобы снять риск, нам много говорят, что Белоруссия рисковая, там батька, непонятно, пока, слава богу, все нормально, вот. Но на всякий случай экотехнопарк надо строить не в одной стране, а в нескольких странах, потому что мало ли что завтра там какому-нибудь чиновнику под каким-нибудь местом заиграет. Вот как в России после поддержки президента Медведева. У кого что где заиграло, какой вандал там в башку себе вбил, что пришли и снесли вот эти вот первые стенды экотехнопарка в Озерах. Зачем? Кому это надо было сделать? Ну, стоял он себе, и до сих пор это пустырь, никому не нужный. Мы репортажи с Евгением Кудряшовым показывали. Если бы там что-то строили, это кому-то что-то надо было, тогда ладно, снесли с коммерческой точки зрения. Но если это был пустырь и остался пустырем, зачем это надо было сносить? А сегодня это была бы и наука, и история. Но, друзья, это в прошлом. Точно так же сегодня. Нас история очень хорошо научила в Литве взаимоотношения с властями, когда сначала полное понимание, а потом полное отторжение. Вот, и сегодня, как показательный фактор, тот город, где мы были, в Литве, в Шауляе, мы сегодня общаемся с пастором местной паствы, который постоянно к нам приезжает на конференции, постоянно передает примерно привет от мэра Шауляя и говорит, что он очень сожалеет, что политика, верхняя политика развернулась так, что Skyway ушел из Шауляя, ушел из Литвы и пришел в Белоруссию. Поэтому здесь, друзья, будет дальше Белоруссия помогать и понимать, что это надо, будет развиваться Марьина горка Белоруссия. Втемяшится в бошку какому-нибудь придурочному чиновнику, что это не так. Ну что, друзья, значит, будем развиваться в другом регионе. Я как раз отвечаю для всех наших партнеров. Друзья, Skyway – это международный проект. Более 150 стран мира, друзья, являются акционерами проекта. 150. Я не говорю, что все активные партнеры. Нет, это просто там, где есть наши партнеры. Причем это настолько, друзья, разные страны, начиная от Кубы, Северной Кореи, Нигерии и остальными странами. У нас 27 активных стран, те, которые ежемесячно и серьезные объемы. И когда говорят там Россия, Беларусь, с точки зрения инвестиций, друзья, это уже сходит даже не к десяткам процентов. А это все снижается и снижается доля. То есть за этот месяц Россия, Украина, Белоруссия дали меньше 15% инвестиций, друзья. Это тоже показатель. Неплохой показатель. Я не могу сказать, что это. Просто сегодня активно работают западные инвесторы. К нам приходят очень большое количество инвесторов сейчас с Германии, Словакии, Польши, Венгрии, сейчас подключилась Италия, Франция, и они приходят осознанно, друзья, они видят результаты, и они хотят участвовать в высокорисковом научном венчурном проекте, потому что они понимают, что реально хорошие прибыли и дивиденды можно получить только в высокорисковых проектах. Где то, что всем очевидно, если вы сейчас будете инвестировать в Facebook или в Apple или в Microsoft, вы, друзья, много не заработаете, никаких дивидендов больших вы получать не будете. Только на ранней стадии, когда Джобс декларировал, что он продаст 200 компьютеров в год, а его лучший друг не поверил и продал свою долю в 10% за $800, которая доля сегодня стоит 80 миллиардов долларов. Вот, друзья, на какой стадии можно рассчитывать на то, что вы вошли действительно в венчурный проект, и вы участвуете. Поэтому здесь мы, друзья, движемся, и с нашей точки зрения, той команды, которую мы представляем и работаем, мы говорим, что шаг за шагом снимаются инженерные риски, потому что демонстрация идет, и научная школа все больше и больше именно демонстрирует своих возможностей по направлениям. Сегодня снимаются юридические риски, потому что мы работаем и все больше и больше делаем юридическую, скажем так, защищенность и юридическую чистоту проекта. У нас финансовая сегодня снимается очень серьезные вопросы, потому что с приходом все более таких крупных и серьезных инвесторов разворачивать вопрос. Соответственно, со временем мы снимем и имиджевые вопросы, снимем и политические риски. Все, друзья, это вопросы будут сниматься по ходу и по мере того, как мы дошли до сегодняшней стадии,
Так мы дойдем и до следующей, и на каждом этапе, друзья, будут свои проблемы, ну и свои решения. И что-то мне подсказывает, как любит говорить Алексей, что мы решим все вопросы. Так, друзья, и в конце очень пошла активно тема сейчас обсуждения гектара на Дальнем Востоке. Вот я уже как анонс как бы это сказал, что, друзья, в России хотели как лучше, получилось как всегда. То есть Трутнев инициировал процесс раздачи земли, Путин его поддержал. Дальше чиновники во главе там, с Госдумой сдали идиотский закон с точки зрения применения этой инициативы, которая абсолютно не даст результата. За 2016 год они показали, что они сделали ограничение, что сначала для тех, кто живет в этом регионе, потом в Дальневосточном округе, потом берите все. Сегодня они подошли к тому, что никому эта земля не нужна без инфраструктуры. Без вложений реально коммуникации. Это земля, мертвая земля. И тот закон, который они сделали, это мертворожденный закон. И это все, как всегда, за что берутся наши чиновники, это профанация. И, соответственно, эта профанация вот сейчас начинает проявляться. И там сказки о том, что несколько там пасечников или там кого-то поставили себе там какую-то ферму и что-то развивают, это, ну я не знаю, там для дураков, которые они эту лапшу вешают. Единственным решением этой проблемы это строительство Skyway. То есть когда земля будет раздаваться там, где будет проходить трассы Skyway. И пока эти, ну так хочется, нехорошее слово крутится на языке, но я бы так сказал, не очень дальновидные, тоже на букву «Д», но не то, что я хочу сказать, а недальновидные чиновники этого не поймут, это все мертворожденный день. Когда придет это понимание, друзья, я сказать не могу. Брать сейчас гектар этот земли, вот меня спрашивают, брать или не брать. Но если вы где-нибудь в Биребиджане или в 300 километрах в тайге от, ну не знаю, где-нибудь там Благовещенска хотите взять землю, возьмите, зачем она вам там нужна, вы туда даже доехать никогда не сможете. Вот. А когда встанет вопрос, что там будет трассировка линейного города, там пойдет Skyway, тогда, друзья, я вам первый скажу, где координаты, где брать землю. На сегодняшний момент разговаривать второй стороны с кем это обсуждать не с кем, потому что они как несли хрень, так и продолжают нести хрень. Я это могу сравнить с чем? Что общаясь, вот допустим, вы общаетесь с Сергеем Брином, общаетесь с Джобсом, вы общаетесь с Билл Гейтсом, то есть вы знаете, как будет развиваться электроника, вы будете знать, как будет развиваться мобильная связь, вы будете знать, как развивается мобильный интернет, вы намечаете себе планы, как дальше это будет развиваться, вы являетесь акционерами, это по Фрейду, вы являетесь акционерами Apple, Microsoft, Facebook, Dell, еще ряда компаний, а рядом сидят дебильные чиновники, которые обсуждают, как надо проложить медные провода, чтобы телефонизировать Москву. А вы сидите и говорите, ребята, вы дураки что ли? Через 5 лет ваш МГТС никому не нужен. Через 5 лет будет Билайн, МТС и мобильный интернет, и мы все будем пользоваться компьютерами, а вы со своими проводами можете сидеть и делать что угодно. Вот понимаете, друзья, это точно такая же аналогия. Мы с вами обсуждаем Skyway, мы с вами обсуждаем перспективу развития, а эти недальновидные чиновники сидят и думают, что нам делать с Дальним Востоком. Skyway надо строить. И инновационными технологиями заниматься, а не деньги тырить, так сказать, и делать очередную кормушку из любой инициативы. Это вот мой совет и мое отношение к тому, что реально происходит с гектаром по Дальнему Востоку. Поэтому, друзья, мы как говорили, так и говорим, что Дальний Восток и вообще Сибирь, и вообще Россия может развиваться только с технологией Skyway. Пока этого понимания не будет, это все бла-бла-бла, разговоры для дураков. Так как мы с вами, друзья, знаем перспективы Skyway, мы знаем, что делать, поэтому нам все равно, что они говорят. Потому что мы, как акционеры, будем получать прибыль от любого проекта, который будет развиваться в Индии, а там активнейшим образом идет процесс, в Арабских Эмиратах, в Индии, во Вьетнаме, в Камбодже, в Монголии, в Боливии, в Чили. Друзья, я сейчас просто вам перечисляю те регионы, где активнейшим образом идет проект. И мы будем получать. А будут ли они строить это на Дальнем Востоке, в Биребиджане или нет? Ну, друзья, за Биребиджан, конечно, обидно. А вот за нас, как за акционеров, нет. Ну, друзья, давайте вот на этой ноте мы с вами будем заканчивать на сегодня разговор про Skyway. Про то, что мы с вами делаем. Вот. Вы все видели репортажи и от продолжения строительства, о том, что все идет, друзья, по плану, ставятся опоры, идет производство, все, друзья. В этом плане как раз мы с вами создали механизм, который работает.
Еще могу сказать, что рекордные поступления именно приход инвесторов в этом месяце, инвестиций, расширения. Могу сразу оговориться, чтобы тут очередные додики не писали, что это не Белоруссия, друзья, повторяю, и не Россия. Вот, потому что инвестиций из Беларуси практически ноль. Вот, потому что нам и по закону запрещено иметь инвесторов, и вообще неактивно сейчас там работает. Поэтому с Беларуси инвестиции мы даже и не стремимся сейчас активно развивать, привлекать. С Россией они на каком-то уровне идут, но основные инвесторы, друзья, кто сегодня приходит, это Восточная, Западная Европа, и сейчас активно подключается еще Израиль, Канада и Америка. Вот, вот поэтому, друзья, и поэтому у нас туда направлены сейчас основные конференции, основные усилия, как я уже говорил, на 11 языках у нас уже идут вебинары и издается, соответственно, доводится информация, и это все дальше будет активно и активно развиваться по мере того, как все более очевидным становится технология. Ну все, друзья, на этом давайте мы с вами будем прощаться. Давайте до следующей тогда. Тут у нас пока никаких срочных таких мероприятий на этой неделе нет. То есть мы работаем с инвесторами вот, и в Москве, и в Питере. Вот, поэтому, друзья, давайте до новых встреч. Как говорит Михаил Кириченко, следите за новостями, подписывайтесь на наш канал, и вы всегда будете в курсе того, что происходит в Skyway. Соответственно, ходите на все наши вебинары. Вот, информационную работу мы с Алексеем в ближайшее время расширим. Вот, увидите вы, что и как можно будет смотреть и в Фейсбуке, и в Инстаграме, и в Перископе, вот, и в Ютубе, и прямые трансляции, и все записи. Вот, это тоже мы, друзья, как раз сейчас доводим. Ну и, соответственно, как всегда, друзья, строй Skyway, спасай планету. Друзья, всего доброго. Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Мы предлагаем вашему вниманию еще одно интервью с одним из выдающихся людей, которые работают в нашем коллективе. Сегодня нашим собеседником является Кочуровский Анатолий Иванович, помощник генерального конструктора закрытого акционерного общества «Струнные технологии» Анатолия Эдуардовича Юницкого, который отвечает за конструирование. Лауреат Государственной премии СССР, участник, медалист ВДНХ и прочее, прочее, прочее. Причем за научно-технические разработки в области программного обеспечения автоматизированного проектирования. Все так сложно. Анатолий Иванович, предоставляю слово вам. Расскажите сами о себе, вкратце о своем образовании и о своих достижениях. Я закончил Брестский инженерно-строительный институт по специальности конструктор. Ну и уже много лет занимаюсь разработкой, конструированием, ну, сложных объектов. Как-то так получилось, что моя специализация – это сложные конструктивные решения, то есть разработка сложных конструктивных решений в области металлоконструкции и железобетонной конструкции. Последние лет 7, 8, 10 я занимаюсь, пришел к такому убеждению, что сам проект – это, конечно, хорошо, но вот все-таки интереснее сделать, разработать какую-то сложную конструкцию, изготовить ее, изготовить и смонтировать, то есть от проекта до реализации. И последние объекты, которые вот за эти годы я сделал, а объекты, в общем-то, довольно серьезные, большие, это объекты в Москве, в Калининграде, в Минске, ну, в Бресте как-то маловато, на самом деле, из Бреста. Например, в Калининграде разрабатывали мы Музей Мирового океана. Это стеклянный огромный шар диаметром 40-42 метра, где находятся 7 аквариумов, там для акул, для всяких рыб. Там сложнейшие были конструкции, и необходимо было применять инновационные некие технические решения. Например, занимался я разработкой также, ну, если брать минские объекты, это наиболее такие большие, это штаб-квартира Национального олимпийского комитета, тоже Ого. Такой капля шарик, это, да, вот эти вот конструктивные решения, это мы делали лет, наверное, 7-8 назад. Это офисный комплекс белорусской калийной компании, сейчас это некий банк, там вот этот вот кристалл. Супер солидно. Да, кстати, это
там находится, в этом находится атриум, самый высокий в Европе, то есть там 40 метров атриум, сама высота атриума, без перекрытия, то есть это свободно стоящие стеклянные фасадные стены, которые на высоту 40 метров. Это объект, высотный комплекс «Газпрома», который на месте автовокзала восточного. Сейчас, правда, этот объект, по данному объекту документацию разрабатывала санкт-петербургская фирма, серьезная. Меня заказчик пригласил в качестве эксперта, но не только эксперта, а в качестве эксперта и проектировщика, то есть нового проектного решения. То есть необходимо было сделать новое проектное решение, потому что то, что предлагал Санкт-Петербург, ну, это не совсем было, не совсем грамотное решение было. В конце концов, пока этот проект заглох, и сам небоскреб высотой 198 метров, пока этот проект в стадии заморозки. Последний год, вот тут в том году, ввели в строй объект, это Данамол, это металлоконструкции, купольные все металлоконструкции, Данамол, это комплекс. Сейчас на востоке Минска. Да, строится. На востоке Минска, он скоро должен, наверное, да, открываться. Громкий, да. Проект, да. Да. Потом торговый центр ГИПа, там тоже металлоконструкции все, которые связаны с, там вот эти атриумы, купола, купольная часть, то есть металлоконструкции купольной части. Это, ну, надо вспоминать другие. Да не надо, да, все вот. Знаковый проект очень солидный. Музей Отечественной войны. Тоже это вот все металлоконструкции этого музея, ну и так далее. Послужной список, по крайней мере, в Беларуси, да. У вас действительно очень впечатляющий. Я слышал, что вы еще и в Грузии, и в других странах что-то, да, строите. Да, последний объект у нас, вот самый последний объект, который вот только-только буквально закончен, это в Грузии, в Тбилиси, в столице Грузии. Это пятизвездочный президент-отель «Риксос». То есть заказчики там, значит, турки и грузины. И вот там необходимо было сделать не только конструктивное решение стеклянного, сам отель представляет из себя, значит, такой стеклянный шар тоже, как бы интересный стеклянный, вернее, половинка шара. И вот там необходимо было сделать на высоком уровне не только проектное решение, но и изготовить конструкции, доставить их в Тбилиси, и чтобы в итоге получилась красивая конструкция, за которую... Буквально недавно, на прошлой неделе, я вернулся из Тбилиси, меня приглашали заказчики. Приглашали, чтобы я посмотрел в итоге, что получилось. Ну, как эксперт. Да, понятно. Им это понравилось, они благодарны. И хотят в дальнейшем сотрудничать по другим проектам. Вот. Спасибо большое. Ваше мнение как эксперта нам очень важно и ценно. Особенно, вот это интересно, было бы услышать оценку того, чем занимается генеральный конструктор компании «Струнные технологии» Анатолий Эдуардович Яницкий и компания в целом о проекте Skyway. Особенно это, повторюсь, интересно в связи с тем, что сейчас в данный момент проходит судебное разбирательство по защите чести и достоинства нашего генерального конструктора после того, как одно из интернет-изданий белорусских назвало его, в частности, мечтателем, который начитался произведение Кира Булычева, ну и человеком, который строит исключительно там потёмкинские деревни и пирамиды. Вот интересно ваше мнение как эксперта об этих вопросах. Значит, мое мнение такое, я именно и вошел в этот проект и познакомился с Анатолием Эдуардовичем какое-то время тому назад, именно из-за того, что я увидел, что это, во-первых, это новая транспортная система, а проблема это во всем мире, собственно говоря, сейчас есть, потому что самолеты, автомобили и так далее, и железнодорожный транспорт, все это как бы уже не отвечает тем требованиям. Ну, например, самолеты хорошо, быстро, ты пролетел за час-два, но регистрация, оформление, приезд в аэропорт, это все затягивается не на часы, а на день, на полдня. Железнодорожный транспорт тоже хорошо, но он был разработан более 100 лет назад, И там тоже есть свои минусы. Автомобилизация, тут и говорить нечего, потому что это пробки, парковки, экология и так далее. А здесь идея, собственно говоря, идею эту я читал давным-давно в журнале «Техника молодежи» про струнный транспорт.
И идея мне понравилась тем, что она, в общем-то, ее необходимо реализовывать. Конечно, это не так просто, взял и все построил. Я потому и пришел сюда, что мне интересно не само проектирование и конструирование, а мне интересен конечный результат. Ну, мы поняли, увидеть... что вы практик, поэтому да. Я сказал, что ваше мнение нам очень ценно. Мне интересно увидеть свою конструкцию в работе, которая она уже изготовлена, работает. Здесь как раз вот тот проект, который меня, чем он меня заинтересовал? Именно тем, что это здесь необходимо применять новые технологии, новые материалы. И как раз новые конструкторские решения должны появляться вот из всех этих факторов. В конце концов, должен получиться результат. И вот вся команда, я вижу тут, вот сколько я уже работаю и с командой, и непосредственно с главным с генеральным конструктором. Во-первых, это очень интересный проект. Да, не все так просто дается. Есть вопросы, но не бывает так, чтобы взял и сразу сделал. Ну, уже есть. То есть здесь шаг за шагом продвигается, вся команда продвигается к цели. В частности. То есть не просто мечтаем, да? Нет. Ну, здесь какие? Мне мечтатель, я же сказал в начале интервью, я сказал, что я не занимаюсь последние лет 10, крайне, я не занимаюсь просто проектами. Любой проект тоже можно назвать мечтой там, или там, прожектом. Я занимаюсь только тем, что проект, изготовление и конечный результат, чтобы увидеть. В частности, я потому сюда и пришел, чтобы увидеть конечный результат работы всей команды. Это очень интересно будет увидеть. Отдельные элементы этой транспортной системы уже работают. Отдельные элементы требуют доработки, но это естественно. Все в комплексе, конечно же, будет интересно увидеть в комплексе. Но это шаг за шагом, вот все к этой цели, это, в общем-то, и движем. Спасибо большое. Я не сомневаюсь, что с помощью таких выдающихся, не боюсь этого слова, специалистов, как вы, Анатолий Иванович, мы достигнем своей цели, причем достигнем ее в поставленные сроки. Спасибо большое за то, что вы с нами. Спасибо за интервью. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компании Skyway по адресу rsv-systems.com. Поддерживайте наш проект, и вашими партнерами будут лучшие люди наших дней. Строй Skyway, спасай планету. Спасибо.